Всем привет! С вами Ольга Рохас, и сегодня мы встретились с Дарьей в Йорк. Мы решили просто поболтать здесь, в парке, в Брайан-парке, кстати, мы сейчас, да. И включить заодно камеру, и как бы, чтобы вы были вместе такое с нами в нашей встрече. Живое общение. Сегодня буду задавать вопросы Оле, она будет отвечать. Да, а я задам вопросы, 5 вопросов Даше, и на ее канале, если вы пройдете по ссылке в описании, вы можете посмотреть это видео. Что для тебя олицетворяет женщину? Мы находимся сейчас в Америке, да, в Нью-Йорке, где феминизм настолько развит, с которым я, с одной стороны, безусловно, согласна, что да, нам нужны права, нам нужно, чтобы нас, допустим, мы ничем не хуже, чем мужчины. Но я не согласна, что наши права, и мы должны именно жить в одинаково... Мы нуждаемся в одинаковых вещах. Просто потому, что мы рождены разными, и это нормально, что мы должны каждый идти своим путем. Если женщине дано быть таким, как бы окружать мужчину теплом, ну и не только мужчину, вообще создавать какую-то атмосферу в доме, то мужчина, к сожалению, эту атмосферу просто, он не умеет создать. Он не умеет этого воплотить. Он не может это воплотить в жизнь, и говорят, что мужчины себя чувствуют счастливыми только через женщину. То есть мы — это реально тот поток, который несет жизнь. Позволяем им себя чувствовать сильными, но это не значит, что мы... сила наша в слабости. Да. Вот. И когда рядом с нами мужчины, когда женщина, вот смотришь, очень часто ко мне подходит, говорит, ты так рано вышла замуж, как вот так вот муж, да? И я поняла, что просто я мужчина, ну как бы рядом со мной мужчина, и он чувствует себя мужчиной рядом, а не кем-то вот на равных. То, что, конечно, мы на равных, но я ему позволяю чувствовать себя мужчиной, он мне позволяет чувствовать себя женщиной, и мы как бы очень хорошо идем в ногу, да, никто не хуже, опять же, гармония, никто не лучше, не хуже, мы просто идем в ногу, и каждый выполняет свою функцию, которую он себя чувствует, как либо был. Ответила. Мы уже начали про это говорить, тогда скажи 3 самых главных качества у мужчины, которые для тебя важны. Для меня очень важно... Это на самом деле, конечно, тяжело выбрать, но я бы сказала так. Для меня, как бы это ни звучало стереотипно, для меня очень важно, чтобы у мужчины было хорошее чувство юмора, потому что для меня чувство юмора показывает об интеллекте человека. Вообще не только мужчины, это если человек, как он шутит, можно сразу почувствовать, на какой уровень интеллекта у человека. То есть для меня это, безусловно, важно, для меня очень важно, чтобы я могла, вот это, наверное, вторая уже, я не знаю, как назвать эту характеристику, но мне очень важно, чтобы мой мужчина мог поддержать разговор и быть не то, что умнее меня. Это не важно, кто умнее, кто лучше что знает, но важно, чтобы он был заинтересован. И, как, может быть, какую-то тему он даже не знает, но он, допустим, может в нее окунуться и потом как... В общем, безусловно, интеллектуально для меня очень важно, чтобы человек был, ну, как бы, не то, что не в моем уровне, но может поддержать, в принципе, беседу на любую тему. И третье... Для меня очень важно, чтобы мужчина был сдержанный. Я не очень, наверное, потому что я такая взбалмошная, достаточно эту функцию сумасшедшего человека выполняю в нашей семье. Я свет светит. Да, прям, да, уже начал. Отражается от небоскреб. Я, кстати, вообще даже не вижу, что у нас в камере. Да, я тоже. Я когда на тебя смотрю, у меня такое ощущение, что горишь. Да, то есть для меня очень важно, чтобы мужчина был сдержанный. Знаете, уже такой, как мужчина себя вел. Mm-hmm. Вот это вот чувство, когда ты рядом. Когда мужчины болтливые, суетливые, меня такой мужчина очень сильно отталкивает. Мне тоже, мне не нравятся мужчины, которые хотят понравиться, знаешь, да. Вот это. И газят. Когда у мужчины какая-то... есть вот это достоинство, ему даже делать ничего не нужно. Да, именно вот это чувство мачо такое, знаешь, спокойное, размеренное, он знает себе цену. Это сразу ты чувствуешь и себя, и женщиной сразу ты чувствуешь, и ты раскрываешься как женщина, и тогда... Это нас... такой, как мужской стержень, он сразу же проявляется. Милые лица. У нас, да. Мы как с тобой гейши, нет, ничего, ладно. Хотела бы ты в другой штат приехать, и про Нью-Йорк, да. Нью-Йорк мне очень сильно нравится по атмосфере, по возможностям, по именно вот тем, именно возможности как opportunity, да? То есть, да, возможности, да, которые дает тебе этот город, люди, которые ты встречаешь. Я думаю, что
никуда, кроме Нью-Йорка, я переезжать не хочу. Мне понравился город, самый любимый, я бы сказала, на втором месте после Нью-Йорка для меня Сан-Франциско. Очень приятный город. Он очень похож, кстати, с Нью-Йорком. В общем, я думаю, что в Нью-Йорке нам хорошо, и я не думаю, что мы будем когда из Нью-Йорка переезжать. Из США это возможно, из Нью-Йорка. Как когда ты устраиваешь себе как день наедине или как me-time, что ты делаешь? Ну, конечно же, я очень сильно люблю. Раньше для меня это был шок. А на сегодняшний день я люблю сходить какой-то в салон, допустим, сделать себе прическу, маникюр, педикюр, ну, все вот эти наши девочки на развлечения. И обязательно я читаю книги. Когда у меня свой день, я не смотрю телевизор вообще, я не беру телефон, я только читаю книги, именно не в электронном, а вот в настоящие книга беру. Я даже люблю запах книги. Запах, да. У меня такого дня на самом деле уже давно не было. У меня есть несколько часов, так как у меня двое детей маленьких. Последний раз, кстати, что я делала, когда у меня был мой полдня моих, я просто уехала в Нью-Йорк, и я просто одна, я не хотела ни с кем встречаться, я просто гуляла. И а я видела влог, по-моему, да, это снимала. Да, да. И я просто смотрела, на людей смотрела. Я обожаю смотреть на людей в Нью-Йорке, потому что на такие разные лица, культуры, как все одеты. Для меня это лучше развлечения нет, чем смотреть на людей в Нью-Йорке. Просто окунуться в эту атмосферу, как быть таким аутсайдером и наблюдателем, да? Да, да, да. И в тишине. Это да. Очень, это ну, очень тишина, конечно, ну, Нью-Йорке, это очень... Да, да, да. Ну, в смысле, в тишине сам с собой, я да? Я поняла, что тебя никто не отвлекает. Да, да. Да. Скажи, какая у тебя самая любимая книга? Так. Это, кстати, я недавно тоже на Инстаграме об этом говорила, что я раньше считала, что я не люблю читать. Я в тинейджерстве совсем не читала, и мне стыдно за это. Но я понимала, я пробовала, честно. Но каждый раз, когда я поднимала книгу, она была такая тяжелая, потом мои глаза становились веки тяжелыми, я просто засыпала на первых трех страницах. И поэтому почему так происходило, я поняла сейчас, потому что я просто читала не то, что мне нравилось. Очень важно найти то, что вам нравится. Мне очень нравятся книги по психологии. Люблю книги Ольги Валяевой. Это русская писательница она. Вот. Она ориентируется именно на женской энергии. В общем, такая, я бы сказала, современная женственность. Да? Это не, и не феминизм его, и не женственность не в том понимании, как мы привыкли это понимать, да? А такая вот, как я уже сказала, современная женственность. И она дает достаточно такие практичные советы, которые мне очень кажется в жизни их легко применить. Называется она у нее плодоносящая. Звучит как старая дева сейчас вообще, да. Ну, то есть она даже сама говорила, что выбор названия книги был не самый лучший. Эта книга тебе дает общее понимание, и она улучшает и успокаивает тебя. Потому что. Слава богу, свет ушел. Да, свет ушел. Она тебе дает эту ценность тебя. «Круг женской силы» читала вот Лариса Ренар? Нет, советую. Да? Я всем советую девочкам. Я считаю, что эта книга должна быть самой главной книгой на вашем нижнем столике. Так, следующий вопрос. Как не бояться действовать? Хороший вопрос. Ну, во-первых, я это поняла на собственном опыте. Нужно себя окружать теми людьми, которые не боятся действовать. Если ты себя окружишь людьми, которые тебя будут тянуть назад, и ты со временем тоже будешь бояться сделать этот самый шаг, да? Действовать ты боишься, когда ты ставишь перед собой слишком гигантскую, непосильную задачу. Если ты эту задачу разобьешь на мелкие подпунктики, и тогда твой мозг тебе как бы... Ты его обманешь таким образом. И бояться это нормально, да? Это, все боятся, считаю, абсолютно это... все боятся. Я первое свое видео, ты сколько записала? Я 4 месяца свое первое видео записала, представляешь, я боялась. Слушай, нет, у меня есть 500 видео до сих пор, которые я так и не выставила, так что... Мне кажется, у нас классное видео получилось. Я уверена. Надеюсь, что вам оно понравилось. Если так, не забывайте ставить пальчики вверх, мы тогда будем еще встречаться, еще продолжать снимать такие видео. Да, ну что, обязательно. Спасибо большое, Даша. Все. Yeah.